Для более сотни учащихся и десятка педагогов присвоение Ольговской базовой школе Витебского района имени пионера-героя – событие очень почетное. Гера Щербаков в возрасте 12 лет вступил в партизанский отряд. Участвовал в кровопролитных боях. Погиб в 1943 году в бою с врагом. Благодарные потомки помнят подвиг земляка. Для нас, учеников Ольговской базовой школы, Гера Щербаков является примером мужества, героизма и настоящей любви к родине. Мы долго готовились к этому событию и очень рады, что все получилось. Пионер-герой Гера Щербаков был учеником Ольговской базовой школы Витебского района. В память об известном земляке открыли мемориальную доску. Школьники вместе с педагогами продолжат собирать сведения о юном герое. Будут организовывать работу с архивными документами, а также изучение героического прошлого Беларуси на уроках истории. Сегодня в нашей школе прошло очень значимое мероприятие. Мы все его очень ждали и долго готовились к нему. Большая честь нашей школе принять имя пионера-героя Гера Щербакова. Это не просто наш земляк. Это учащийся Ольговской школы, который в 14 лет стал героем своей страны. Он является для наших учащихся примером мужества, героизма и настоящей любви к родине. Замечательный пример для молодого поколения и пример даже, наверное, не только и не сколько героического подвига, мы об этом никогда не забывали, но в наше сегодняшнее время очень важно говорить и помнить, что вот эти события, к сожалению, если проводить неразумную политику, внешнюю, внутреннюю, как показывают сегодня и события на Украине, и в секторе Газа, это может привести к боевым действиям, когда вот такие мальчишки и девчонки, 14-15-летние, погибают, защищая свою родину. Всего за последние годы в Витебской области более чем сотни учебных заведений региона присвоены имена знаменитых личностей. И почетное дело будет продолжено.